Эксперты проекта «Красавчик» взялись за преображение Владимира Гущина. На первую встречу с нами он подъехал на своем байке. Ну, первый раз я украл лыжаку своего папы из гаража. Я, наверное, был в классе в пятом. И сразу же я, естественно, на нем въехал в гараж, сломал мотоцикл. Вот именно тогда я и понял, что я стану мотоциклистом. В нашу редакцию байкер обратился в поисках общения и интересных экспериментов. Удивить красавчика было нелегко, ведь сам по себе он, человек-артист, выступает в клубах. Несмотря на мой образ мотоциклиста, я очень добрый, очень сентиментальный. Просто душка. Наш звездный тренер Максим Матрос наконец-то нашел себе на тренировке партнера по силам. Готов? Готов. Поехали. Качайте пресс каждый день, иначе будете умирать. А вот поход к косметологу Владимир Гущин считал уделом женщин, но оказалось, что некоторые процедуры подходят и мужчинам. Нашему герою сделали ботокс-инъекции. Уколы помогли скрыть с его лица мимические морщины. А в качестве еще одного подарка мы исполнили мечту нашего героя. Он пошел в тату-салон делать очередную наколку. Я хотел бы сделать вот такую вот надпись, такого же размера. Куда? С местом определиться. Все, отлично. Сейчас я распечатаю, и мы его примерим. Как еще поработают стилисты над внешним видом и что скажут близкие Владимира о его преображении? Смотрите серии каждый день с 30 апреля сразу после службы новостей «Город» в 19:30. Полный выпуск программы 5 мая в 21:00.